опоздала. Ты зачем больная пришла? Со мной все в порядке. Я не могла пропустить урок. Так, ладно, начнем урок. К доске пойдет. Умного, ладно, иди. Зря, что ли, сюда приходила. Симметрия. Марья Ивановна, кажется, Умнова уснула. Умнова, ты спишь, что ли? Может, тебе домой пойти? Вы что так орете? Теперь она не Умнова, а Зомба Тупова. Иди, извиняйся. Так, все, поболтали? Хватит. Все, давайте садитесь за парты и пишем карту. Ты что, сбрендила? Марья Ивановна, она меня укусила. Умнова, я, конечно, понимаю, что ты болеешь. Но раз уж ты пришла в школу, то веди себя нормально. Еще одна такая выходка и бежишь из класса. Отойди от меня подальше. А может, у нас начался зомби-апокалипсис? Вышли вон из класса. Ставлю вам двойки. Не мешайте другим работать. Рассаживаемся и пишем контрольную. Ладно, на следующем уроке будет контрольная. Две даже. Эй, Златолёва, как успехи? По-моему, у них ничего не получилось. Так чего же мы тогда тут сидим? Бежим! Держи крепче! Не выпусти меня, держите меня! Не позволяй реагировать! Может, вы мне поможете? Почему так орете? Одни проходы там не дают, другие в класс не пускают. Так, садитесь по местам. Что-то я приболела. Укусила? Да вообще испортилась. А была такая послушная. Надежда школы. Укусила? Чернова, не беси меня. Говорю, да. Я и так себя плохо чувствую. Продула, наверное. А вы уверены, что продула? Афиногенов! А ты думаешь, меня зомби заразил? Что за глупые фантазии? Поменьше бы вы игры свои играли! Не дышите! Все, я больше не могу! Зомби-апокалипсис! Мы все умрем! Ой,
Напоследок я хотел тебе сказать кое-что очень важное. Я тоже хотела тебе кое-что сказать. Знаешь, с чего начать? Но я должен обязательно тебе это сказать. Да, я тебя понимаю, мне тоже это очень трудно. Я не знаю, как это сказать. Я тоже не могу найти правильные слова. Отвернитесь. Я тебя не люблю. Фух, полегчало. Простите, что вас чуть не заразило. Привет. У вас тоже родители помешались на здоровье? Когда я начала есть лед, мама чуть в обморок не упала. Подумала, что у меня жар. Вызвала врача, и он сказал, что это, походу, серьезный диагноз. Какой? Воспаление хитрости. Ага, моя мама тоже про такое слышала и повезла мне. Вот это! Фу! Фу! Мне мама столько новых шмоточек привезла, что я не смогла удержаться и не надеть. А я замерзла, извините. Круто вы заболеть пытаетесь. Вы думаете, это так просто? С утра моя мама встретила маму Черновой, и та мама рассказала моей маме, что все школы на карантине, а наша нет. А тут идет Афиногенов. В тапочках и без шапки. Хорошо, что тапочек был мягкий. И нас обоих заставили надеть эти штуки. Не открывай! В классе и так не очень тепло. Вы что, не понимаете? Это шанс подхватить простуду. Точняк, заболят души, поднимется температура и потекут сопли. Нас точно закроют на карантин. Ну-ка, быстро закрой. Чего? Чего это? Есть новый план. Короче, чтобы школу закрыли на карантин, не обязательно же болеть по-настоящему. Да, по-настоящему болеть нисколько не весело. Надо просто сделать вид, что как будто все подцепили какой-то вирус. Но при этом берегите себя. Вы знаете, какие осложнения могут быть после простуды? А от гриппа еще больше. Вот послушайте. Юля! Молодец! Девчонки, вы молодцы. Короче, завтра приходим, все больные. Ну что опять за сборище, а? Умнова нам показывала ролик про профилактику гриппа. Ой, молодец, Умнова. О, что-то тут, садись. Что-то тут душновато, надо бы окно открыть. Не надо. Марья Ивановна, вы же несете ответственность за наше здоровье. Нас может продуть. Ого, какие вы молодцы. Сразу же видно, не хотите халтурить и дома сидеть. Ладно, продолжим урок. Так, что, еще не все подошли? Что это с вами? Вы заболели?
Что-то я себя неважно чувствую. Я не сплю ночами. Какая ужасная болезнь. Держится. Так, успокоились все. Надо позвонить родителям. А ну, идите все на свои места! Быстро! Мария Ивановна... Так, а ну прекратите так часто дышать! И не распространяйте свою заразу! Алло! Алло! Вы что, не знаете, как выглядит грипп? Ну, вы, конечно, удумали. Ага, не могли бы там покашлять, например? Можно подумать, что пена изо рта – это симптом простуды. Сама-то что изображала? Укус вампира. Ладно вам, пока вы тут припираетесь, другие школы отдыхают на карантине. А мы даже притвориться больными не можем, нормально. Фу, у тебя в рюкзак в пыли. Я придумал! Чихание симптом простуды. Надо просто заставить на всех чихать. Может, понюхать мой пыльный рюкзак? Вы что, заболели? А вы? Я? Не заболел. Ты что, передразниваешь? Нет, не передразниваю. Идем! Куда? 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 На карантин! Еще бы один день, и нам как самому здоровому классу дали бы путевку на юг. Вот тебе и обчи. Все домой, деточки. Лечиться.